Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы опять в хуторе Арпачин на отдыхе. И готовить мы будем говядину по-кремлевски. Вот такая прекрасная говядина, домашняя. Вот такие антрикоты. Вот чистейшее мясо. Нам еще понадобится сливочное масло, лук, соль, лавровый лист, перец горошком, смесь перцев у меня. Обычный перец, черный, молотый, соль, уксус. Готовить будем в афганском казане. Все это будет быстро, потому что афганский казан, как все знаете, это хорошая, качественная скороварка. Ну что, первым делом дно устилаем луком. Мелко резать его не обязательно, потому что лук все равно весь разварится. Поэтому можно просто быстро резать и заселить дно, чтобы сразу лук пустил сок. Ну вот для мяса делаем такую подушку, достаточно толстую. Во-первых, это сразу оградит мясо от пригорания. Если вдруг поставите на такой костер сильный. И лук сразу дает сок. Все это солим немного. Кидаем немножко перца горошком. И начинаем укладывать мясо, резать и укладывать. Куски обычные, порционные. И косточку тоже туда же. Сверху солим. Перчим. Сразу можно кинуть парочку, тройку лавровых листиков. И опять слой лука. Лук сочный, хороший. То, что нужно. Вот он сделает именно этот вкусный соус с говядиной. Ну и теперь вот эти кусочки тоже режем порционно. Ребра я тоже туда складываю. Вот так вот. И это сейчас обрежу, тоже положу сразу. Опять солим. Перец горошком. Здесь у меня смесь перца, тут разный будет. И опять закладываем луком. Теперь сверху кладем сливочное масло.
его можно не жалеть. Наливаем сюда буквально столовую ложку уксуса 9%. И наливаем там примерно литр воды. Воду здесь экономить не обязательно, потому что вот из нее получится очень вкусная, хорошая юшка. Ну и все, закрываем. Клапана проверяем и ставим на огонь. Ну что, зажигаем огонь. И ставим казан. Все, клапана здесь проверил. Теперь оставляем его примерно на 2 часа. Дожидаемся, когда из-под клапанов пойдет пар. Засекаем 1,5-2 часа, ждем. И после снимаем. Вот и вся готовка. Прошло ровно 2 часа. Говядина сготовилась. Мы ее снимаем. Ее можно чуть-чуть помешать. Вот так вот. Ну что, открываем, что получилось. Все еще кипит. Ой, ой, какой запах. Запах сумасшедший. Ну все, теперь достаем. Вот такая красота. Ребрышки какие. Ну и вот вариант в виде супа. Какой запах, просто сумасшедший. Вот такой супец, особенно на природе, оживит кого угодно. Это просто сказка. Ну что, друзья, пробуем? Пробуем. Говядина по-кремлевски. Донская говядина по-кремлевски.
Для истории. Ой, даже не знаю. Луковый суп. Дай бог здоровья Андрею Ростовскому. И чтоб чаще приезжал и гармил нас. А вас рецептами. Обалдеть. Нереально. О, смотри. Косточка, ты видишь? А-а-а. Сломалась просто сразу. Представляешь? Как оно его протушивает. Очень вкусно. Пора повторить. Я пас. Мне за руль. Я с руля. Подожди. Кремле люблю каждый день кушать. Поэтому все рвутся во власть. Потому что кремлевское мясо кушают. Кто-то дипломат. Давай. Так, давай. Зарпачи. Тихо, я троню. Погода обалденная. Какое сегодня число? О, сегодня праздник. Сегодня большой праздник, да. Покров. С праздником. С праздником. Какая погода шикарная сегодня. Лёг нам по приметам. Если покров такой, то зима будет тёплая. Дай бог, чтобы она была всегда тёплая. За отопление всё равно будешь платить. Не собирается включать завтра. Как я и говорил, такая вкусная, что прям оторваться невозможно. Правда вкусная. Желтые вершки нет.